Друзья, приветствую вас на нашем канале «Поделки с детьми». Сегодня я покажу мастер-класс, как сплести вот такой вот чехольчик на карандашик или ручку, или даже на крючок на трех столбиках. Располагаем наш станок, чтобы все столбики были в шахматном порядке. Начинаем. Берем резиночку и накручиваем восьмерочкой. Сюда. Восьмерочкой так. И сюда. Так вот получается. Спускаем чуть ниже. Берем. И надеваем теперь просто. И сбрасываем в центр. Вот так. Теперь берем ручку или карандашик и надеваем сюда. Теперь мы будем плести в руках. Берем снова резиночку и надеваем по кругу теперь. И сбрасываем в центр нижний. Снова надеваем. Вот мы провязали такую длину, сколько нам нужно, и теперь снимаем. Вот так вот. И снимаем. Так, распределяем его. Берем резиночку и протягиваем через все петельки. Так, стягиваем. И теперь стягиваем эту резиночку. Распределяем здесь. И теперь прячем ее. Так вот. И так вот. Такая у нас чехольчик на ручку получился. На трех столбиках. Такой вот красивый. И, между прочим, очень удобно писать. Если у вас возникают вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу. Смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.